Добрый вечер, это канал Максимадзе. С пугающей периодичностью у нас моды на «Как достать соседа». И первый мод называется «Как достать соседа месть Ольги». И давайте на него взглянем. Во-первых, фон из Neighbors Back From Hell. Логотип свой, судя по всему, такой. Настроечки, ну и так далее. Уровень всего один. Почему-то он у меня пройденный, я не знаю, я ничего его тут не делал. Сосед почему-то сквозь текстурки у нас стоит, я сам понятия не могу почему. Ну, и мы играем за Ольгу. Опа. Правая кнопка — это бегать. А вот это просто ходить. Ну, видимо, лучше бегать. Погодите. Что, нету ничего, что ли? Ладно. Нет так нет. Шкаф закрыт всякими вещами. Ну ладно, ладно. Я так понимаю, вот так, но анимация мне все равно не доделана. Даже эти анимации проделаны. Но не все. А вот четвертая пакость какая? А, бинокль. Ну вот бинокль, а вот четвертая какая? Что-то я найти не могу. Микроволновки нету. Что еще может быть, я не знаю. Ладно, не знаю я, какая тут еще пакость есть. Так что давайте просто закончим уровень. Хоть какая-то анимация через дверь он хотя бы есть. Так, ну в общем, один уровень такой вот. Ну, хотя бы какая-то работа, конечно, проделана. Поэтому давайте поставим плюс-минус. И мы переходим к следующему моду. И вновь у нас хардкорчик у нас. Просто когда соседок хард какой-то опять. И у нас тут страшная рожа. Пустая кнопка настроек. Жутковато как-то все. Так, здесь почему-то опять все пройдено. Ну-ка, давайте это сбросим. В смысле? Какого фига? Вы что, с ума сошли, что ли? В чем дело-то, блин? И почему из-за этой фигни игра вылетела-то? Алло. Ладно, первый шаг. Жертвы требуют тебя, приходи к нам скорее. Не слушай совета от пилы, это вам не игра, а тут все по-настоящему. Ладно. Это лев сказал этот. Такое чувство, что это ремикс той композиции из хардкора от Social Media Life Production. Так, добро пожаловать, меня зовут Пила, я хочу с тобой договориться. Что ты выберешь, смерть или вскочим помочь? Я думаю, второе. В общем, этот монстр, я его ненавижу, если ты мне поможешь, то взамен подарю свободу. Иди, если хочешь выезжать. Ладно. Открою дверь, подожди.
О, медвежий капкан лежит на стоя. Лежит, не обращай внимания, мы просто играли. Ну, в общем, ты поможешь, я сейчас дверь открою к выходу. Вот так. Страшноватый ремикс. Дикий очень. Вот, наконец-то мне поможет, я буду рад. Иди к нему, его зовут маньяк Виктор. Он живет на улице Ротвейлера. Фигово. Тоже... А, ну конечно, фигово. Виктор зовут его. Типа соседа тут зовут Виктор. Да, вот. С канала «Чё хочу, то врачу» напарник Алёхи. Ну, у него его канал называется «Чё хочу, то врачу». И у него там напарник Витёк. Он также 3 раза появлялся у меня на канале. Напарник, конечно, но садист еще, конечно, на самом-то деле. Он странноватый немного. Я, конечно, я против него ничего не имею, конечно, но он все-таки немного странный очень. Скажу вам честно. Ой-ой-ой-ой-ой, быстро двигается. Какой звук отвратительный, если честно. Закрыть аптечку. В смысле закрыть аптечку? Что за фигня? А, это нога, я думал, это ухо. You will die, mortal. You will die, mortal. Твою же налево, бежим! Боже мой, это что? Блин, ну на самом деле мне даже как-то неприятно слушать, как эти звуки. Давайте-ка все-таки это выключим. Музыку эту. Так. А, я не прочитал описание. Маньяк в тени. Хорошо, ей-богу. Пила ничто, чтобы попросила ожи, чтобы я сделал... Блин, откуда ошибок так много? Это быстро теперь придется каждый раз страдать этим. Сложно, но уже придется делать мне ради жизни. К тому же я еще студен и умирать мне рано. Придется сделать это... Но если маньяк увидит меня, он меня убьет. Эх, погнали. Маньяк следит за жертвами. Давайте следующий. День отдыха. Мой записной дневник, который я сейчас пишу. Если я не вернусь, пусть это кто-то прочитает. Придется начать, и да все. У страха глаза велики, но глаза боятся, руки делают. О, он еще быстрее стал. Да блин, да как... Как-то я даже не знаю, может другой уровень поиграем? Чего опять? Что это за кнопки? Что это за мод-то такой, а? Ну ладно, давайте другие уровни посмотрим. Что там есть еще? Сюрприз начинается. О боже, маньяк убил собаку. Свою пьет. Хочу еще. Празвует сатаной. Блин, как-то
Страшно даже читать это, если честно. Ух, как же я так успел, а? Вот зародилась идея в этом хардкоре. Отсутствовал меня в продакшн добавлять кровищу, это и все. От нее, от этого не по себе аж становится уже. Ничего бы, наверное, бы этого не было бы, если не был, не появился бы тот хардкор. А, я забыл, что нельзя прятать сусков. Господи, ты боже мой. Фух, помогло. Так, ну и что у нас здесь? Время смывать что? Боже, мне плохо, мне тошнит, я не знаю, что делать. Маньяк не останавливается, и он от этого ждет. Ну, это прототип вот этого вот логотипа, как раз таки от... Который появляется, вот эта вот собака представляет и так далее. Так, этот уровень долгий достаточно. Может, это? А, мы должны посмотреть, как... Что будет, если сосед попадет? Что, если мы попадем в соседа? А, ну ничего особенного. Так, то же самое будет. Круто. Мод наоборот какой-то, блин. Фух, ладно, давайте закончим на этом. Не будем на эту картину даже смотреть. Лучше вот, да, откроем. Что ж. Какое-то старание, конечно, есть. Но мне мод, к сожалению, не понравился. Как-то от него немного не по себе аж становится. И от этого хардкора, и вот это всего. Ну ладно, давайте на этом закончим. С вас лайкос, подписоса, с меня эпичные видосы. Надеюсь, моды будут приходить чаще. Эти два мода, которые мне прислали. И их моды мне уже давно ничего-то не присылали. Поэтому и выпуски выходят, и стали редко выходить. Надеюсь, что это потом возобновится. Активность. Ну что ж, подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. Надо бы там что-то обязательно сделать. И в группу ВКонтакте тоже вступайте. Всем пока.